день, уважаемые любители футбола. Мы рады вас приветствовать на стадионе «Спартаковец», где в рамках товарищеского матча встречается команда «Родина М» и «Кир-2». Да, судьи как раз можно представить. Главный судья Андрей Мешков, помощники Владислав Балдынов, Николай Корольков. Это то, что запротоколировано. И сейчас, после того штрафного удара, который назначил Андрей Мешков, опасный удар наносили футболисты «Торпедо». Очень были близки, на самом деле, к тому, чтобы открыть счет в первом тайме. Но мяч прошел рядом со штангой. Здорово работает с подключением защитника «Харлан». Подача. И здесь есть возможность для удара. Но буквально уже в тот момент, который готов был нанести его, издали Балабанов. Защитник вынес мяч, но вынес прямо на ногу игроку «Родины». Классный удар. Издали, не берущийся абсолютно в девятку. Классный пушечный выстрел. И здесь у голкипера не было шансов. Ну и сравнивают у нас «Торпедо» со счет. Подбирались они к этому моменту, и все-таки этот гол стоялся. Передача с фланга, и здесь уже с близкого расстояния буквально заносит мяч в ближний угол ворота Роман Тарасов, футболист «Торпедо». Обрез, и есть возможности, пространство у торпедовцев на левом фланге. Мчится их атака вперед внутри штрафной площади. Удар здесь спасает Тарасов, а добивание проходит мимо ворот. Произошла здесь небольшая ошибка в передачах на коротке. Увлеклись вот этим тик-атакой футболисты «Родины М». Передача в разрез за спину Тихонова. Обводит вратаря в этой ситуации, но не попадает в ворота футболист «Торпедо 2». Заброс. Здорово поборолся Сапуштанов. Удар. И вот так не забиваешь ты, забивает тебе. Работает это футбольное правило. И «Родина М» выходит вперед в этом матче 2-1. Заброс. И здесь избежал офсайда игрок «Торпедо». Берет мяч под левую ногу, наносит удар, но мяч проходит рядом со штангой. Ну и теперь уже Данил Демин готовится мяч вести в игру, но главный арбитр не позволяет это сделать голкиперу. Матч завершен со счетом 2-1. «Родина М» одерживает победу, уже третью победу над «Торпедо 2» в этом сезоне. Два официальных матча было, теперь еще и в товарищеском тоже празднует успех.